Ты думал, я тебя не найду? Ладно, стой, у меня есть 300 штук, я вчера зарплату взял, Аска. Я тебе сейчас их дам, и все, брат. Это тебе я 300 штук дам. Да, в машине, я сбегаю быстро. В машине, брат. Смотри на меня. Все, сейчас, Аска, сейчас я быстро, я в машину сгоняю и принесу. Сейчас, стой там, не уходи никуда, жди. Сейчас я подойду. Давай быстрее. Жди. Ребят, я только что подрался. Подошли пацаны октавские. Начали на казахском спрашивать за счет Сережки. Я не знаю, я ничего им не сделал, я им ничего не сказал лишнего. Я просто о них раздражало, что я разговариваю на русском, что я с Сережкой и укладкой. Я не знаю, ребят, что мне делать сейчас? Я хочу извиниться перед всеми октавскими жителями, перед ребятами, попросить искреннее прощения за то, что все так произошло, за то, что я был неправильно понят. Эти извинения искренние. Будет поливать центральную улицу по периметру города наша ГКП Актау Тургуны, то есть никакая не частная компания, то есть своя компания. Это первое. Второе, внутри микрорайонов мы заключаем договора с КСК ОСИ, то есть внутри микрорайонов будет поливать сами КСК ОСИ. Ну, естественно, за это мы будем платить средства, деньги, договора заключаем. И за воду, и за заработную плату работников будем платить деньги. Со следующего месяца мы планируем перейти график время полива тоже пересмотреть. Значит, с 10 вечера до 2 часов ночи, наверное, будет полив. Потом второй с 5 утра до 9 утра. Просто-напросто днем поливать в жаркие дни бесполезно. Ну, полив – это просто-напросто самообман. Вот жара, 8 мая, еще не День Победы, но салют уже долбашит.
сегодня вообще... Он сам идет. И человек идет. А? Дусотка алдаруды. А, дусотка 150-ка, да? Праздник. Молитва, батьки!